Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Вы знаете, я был даже удивлен. Я думал, что сам Дадон не думал тот день, что моя скорая будет его спасать. И это я сегодня тоже узнал в принципах Андреевского. Когда раз я там скинули это видео посмотреть, я что-то сначала не понял, раз перемотал. Так, сейчас я даже, по-моему, есть скриншот. Значит, есть скриншот. Так, куда же его дел? Значит, есть скриншот машины скорой помощи, которая приехала. У меня, кстати, тоже вопрос. Там много вопросов. Был Дадон в машине, не был Дадон и так далее. Это мы со временем все равно правду узнаем. Я не думаю, что Дадон дошел до того, что перочинным ножичком там ковырял себе нос. Хотя Игорь может исполнить любую ситуацию. У меня вопрос другой. Я подарил машину скорой помощи, значит, Фалерской больнице. Значит, это Hyundai, который я подарил на свой день рождения. Значит, отсвечивает этот экран, я не знаю, если вам будет видно. Так, как бы отсвечивает, не видно на... Не видны номера на этой фото. А вот я сейчас увеличу. Короче, посмотрите видео Прайма. Значит, номера Фалешта, РУ 903. Смотрю, скорая помощь, которую подарил Фалешская больница. Как доехала скорая помощь из Фалешской больницы, вообще до места аварии километра 100 примерно. Скорая, которую я подарил. Ну, если эта скорая спасла кого-то из участников ДТП, маму Игоря Дадона, сына, или кого-то из ребят с охраны, я как брат. Но я хочу сказать Игорь Николаевич, чтобы он был уверен и понимал, что я также за свои деньги подарю и воронок, на котором будут уже возить индивидуально Игоря Николаевича и всех тех, которые творил беспредел в Молдавии последние годы.